Придумал! Сделаю крутой мёртвый землю осенья. Так. Вот. Вот, Софика, давай мне ножичку. Да. Спасибо. О! Все круто. Да. Держи. Спасибо. Ножка выше. Да! Да! О, это уже, наверное, осенний, чтобы больше ключами в дверях. Пойду-ка я ему свой новый нерв покажу. Пусть угадает, какой это нерв. Ух ты! А что это за нерв, Саша? Гадай, осенний, что это за новый нерв? Так, подожди, так это же написано Little Later. Не, ну он совсем не похож на его. Угадал, смотри, сейчас будет похож. А теперь похож? Ну, теперь точно похож, только с большой обоймой. А все, не пошли-ка в войнушку поиграем, я там нёршу как раз приготовил. О, пошли. Опа, ничего себе бардак! Дети, ну посмотрите, какой вы снова срач навели. Все нерфы просто разбросаны, значит так. Берем их все, убираем. Иначе я просто папе говорю, нет, чтобы их все... убираем! Убираем, Софи, убираем! Иначе папе говорит, чтобы все нерфы озил. Сколько можно этому срачу быть? Не убираем! Этот беспорядок без конца, он уже мне надоел. Надоел, убираем, понятно? Нет! Да, мама, мы сейчас все уберем. Да, будем. Давайте, давайте, быстренько. Саш, давай убирать, давай. О, Саш, помнишь вот этих два наших самых первых нерфа? Да, помню. А ты помнишь, в каком видео мы их снимали? Помню, помню, когда Милану похитили, и мы ее освобождали. Да, эти первые наши нерфы. Наш вагабунт. Хайлфайер. А это наш зомби-страйк. А ты помнишь, как, в каком они видео снимали? Да, это как ты спасал газовую станцию со своим отрядом. Да, помню. А я хотел ее захватить, и чтобы там не было газа. Газа здесь не будет. Хорошо вижу, сейчас я его убью. Ребята, вы знаете, что вот это? Это наш гигант Мастодон. Да. Кстати, он стреляет очень мощно. Вот так вот. На 6 больших батарейках. В него вмещается 24 пульки. Смотрите, как он мощно стреляет. Первый раз мы сняли его «Война против родителей». И мы не слушались и плохо делали уроки. А, закончились патроны! Все, что мне делать? Сдавайся! Пошли! Война выиграна! И что, переходим к следующему нерфу? Да! Следующий у нас появился Центурион. Да. Этот мега Центурион участвовал в видео, где бандит пытался нас ограбить. И мы в него стреляли из 8 этажа через окно. А еще в 2 видео, там где ты и я не слушались папу, да, и уехали на экскурсию, помнишь? Да. А, да. Папа был с Центурионом. А еще помнишь, в каком видео? Захват малышки! Вот этой вот малышки! Дается маленькая обойма, а в
участвовал в нашем видео, когда мы воевали с Халком в парке, да, Саша? Да. И спасали Софийку. Угу. Надо слазить. Саша, какие у нас следующие нерфы появились? Ты не помнишь? Помню. Зомби-страйк, пистолет, рата-фьори и лук. И лук Тандербол. Нерфы участвовали. Война за девочку, война против брата, война за кусочек пиццы. Эти нерфы участвовали в многих наших видео. Вы их, если не смотрели, можете посмотреть на нашем канале. Ага, вон там Саша, я его вижу, он меня не видит. У него в руках циклоншок и зомби-страй. Что же это такое? Ну ничего, будем сражаться. Арсений, а ты помнишь, что следующими нерфами у нас появились... Водяные нерфы. Да. Вот такой вот нерфик на 2 литра. И вот такой вот нерфик на 1 литр. Да. Вот, вот так они стреляют. Накачиваем вот это. И потом стреляем. И вода еще осталась. А ты помнишь, каких видео снимали? А, Саша, помнишь, он еще снимался видео... Где папа его чинил и нас облил. Да, и в аквапарке. Да. Еще много очень видео было снято с ними на отдыхе. Да. Пиу-пиу-пиу. Что случилось? Не знаю, даже видеть не хочу. Ой, давай уже смотри. Следующий у нас нерф появился Нового года 2017-го. Это регулятор. Да, новый нерф, который стреляет сразу одной пулей, тремя пулями и пяти пулями. Этот нерф снимался в видео, там, где мы сами взяли машину и поехали покупать этот нерф. И папа его не мог найти даже
за границей. Арсений, ой-ой-ой, там папа стоит. Наверное, он понял, что мы взяли машину. Да не бойся. Ребята, а вот этот мёд у нас самый новый. Я его выиграл у папы. Мы с ним поспорили, кто первый съест много кусков пиццы, тот и выиграл. И папа мне купил вот такой вот новый мёд. Вау! Арсений, смотри, тут еще дуло есть. Прицепи-ка ее. Погоди. Вау! Вот это классный мёд! Ребята, а вы еще этот мёд можете увидеть в новом видео за велосипеды. Там, где я уже с ним был. Да. Кстати, он очень меткий, стреляет очень сильно. Перезарядка у него находится вот здесь. А сам он по итоге маленький пистолетик. Да. Вот такой вот. Модулс. Да. Р. Д. Все. Да, я смотрю, вы совсем оборзели уже. Ну и что хотите? Велосипеды. Погода отличная, а ты их угоняешь. Ребята, чем больше вы будете ставить лайков, тем больше будет розыгрышев нерфов. И подписываться на канал. Ребята, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Нам очень приятно. Всем пока. Пока-пока.